13 сентября в Баку. Здесь открылся первый всесоюзный фестиваль звезды поп-музыки 91. 14 дней на сцене самого крупного в городе стадиона имени Ленина будут работать гастролеры из Москвы и Ленинграда, а также талантливая местная молодежь. Нужны ли такие дорогостоящие фестивали в такое неспокойное время? Об этом, обо всем вы и узнаете, посмотрев специальный выпуск программы «Мельница» из Баку. Меня я ухожу, наверное, что-то не сложилось. Пусть мне с тобой уютно было и тепло, но голова не кружилась. Так больше жить я не могу. Я не могу, когда так скучно мне до боли. Если живем мы столько лет, но только праздника нет. Кажется, воля не волей. То ли воля, то ли не воля. Мне без любви даже рая не надо. Рай без любви называется адом. В нем так горько и не заградно. И в этом нет моей вины. Лишь я один, за все ответил. Можно хотеть пытаться, но не суметь. Видимо, Бог есть на свете. И он давно за нас решил. За нас решил, когда и кто с кем причастен. И потому я от тебя ухожу. Самое время прощаться. Самое время прощаться. То ли воля, то ли не воля. Мне без любви.
поцелуй. У любви глаза разлуки, у любви твои глаза. Мой трамвайчик, трамвайчик, трамвайчик на круге, снова спутал адреса. Мой трамвайчик, трамвайчик, трамвайчик по круге снова спутал адреса. Вот они, участники фестиваля, представители поп-музыки. Забыли мы и о талантливых азербайджанских артистах. Знакомьтесь, один из них, лауреат конкурса «Ялта-91» Самир Багиров. Бегают за мной по двору девчонки, и ребята вслед завистью глядят. Глядя мне, видя снова верхом на коне, горцующим под шевле. Ковбой, ковбой, возьми нас ты с собой. Ковбой, ковбой, нас на ветру прокати. Ковбой, ковбой, нам тропы горку покажи. Ковбой, 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 что же ты? Мой кон ждут его бегуны. Он во весь опор мчит на ипподром. Там он пытает барьеры и рвы, скачка первым желает идти, но не кричат без толпы. Ковбой, ковбой, возьми нас ты с собой. Друг прокати, ковбой, ковбой, нам тропы горку покажи. Ковбой, 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 что же ты? Вот веду коня, призову в погоне. Через трибун всех толпа с восхищением глядя на коня, но мой подпёт и двора. Ковбой, ковбой, возьми нас ты с собой. Ковбой, ковбой, нас на ветру подкати. Ковбой, ковбой, нам тропы гор покажи. Ковбой, ковбой, ковбой. We'll be right back.
В наши дни, когда лихорадочное сознание уставших наших сограждан, прежде составляющих союз нерушимый, жаждет только свежих репортажей из очередной горячей точки, когда политические страсти полностью овладели и молодыми, и старыми, кажется непостижимым. Но зачем сейчас проводить концерты? Все наши сегодняшние трудности не располагают к праздникам, но жизнь идет. И люди, особенно молодые, успевают помимо митингов и баррикад влюбляться, радоваться и восхищаться незатейливыми песнями своих любимых артистов, не особенно обращая внимание, на каком языке они звучат. И хорошо, что находятся люди, которые пытаются прорвать ту культурную изоляцию, в которой оказались целые регионы бывшего Союза. Если день без меня, то будет твой день пустой. Если я далеко, все мысли твои со мной. Только не уходи, и даже на миг не оставляй меня. Только не уходи, я не только печаль твоя, но и удача твоя. Ты пойми, нам нельзя расстаться. Ты пойми, друг для друга мы. Ты пойми, без меня остаться никогда не сможешь ты. Ты пойми, нам нельзя расстаться. Ты пойми, друг для друга мы. Ты пойми, без меня остаться никогда не сможешь ты. Yeah.
жили. Ведь когда забыто плотно день, каждая из них вспоминает первые свои руки. Первые цветы это очень важно. Первые цветы будут лишь однажды. Пусть они заглянут без следа, но таких не будет никогда. Первые цветы сердце ждет, волнуясь. Первые цветы это как люблю вас. Пусть летят года. Еще раз, давайте-ка вместе. Первые цветы, это очень важно. Первые цветы будут лишь однажды. Пусть они заглянут без следа, но таких не будет никогда. Первые цветы, сердце ждет, волнуясь. Первые цветы, это как люблю вас. Пусть летят года, это навсегда. Участники фестиваля, несмотря на свой первый визит в Баку, жили самой обычной гастрольной жизнью. И получали заряд энергии и прилив сил перед фестивальными концертами и вот на таких морских тусовках. И скажу вам по секрету, остались очень довольны бакинским гостеприимством. Какой заряд будет у бакинской молодежи после ваших концертов? Однозначно люди будут относиться к друг другу и к другим дружелюбнее. Это я обещаю, что так будет. Люди, ушедшие с сегодняшних концертов, с вчерашнего, с сегодняшнего, я обещаю, что они будут добрее. Я гарантирую, что это будет теплее. Я знаю точно, что они будут нежнее к девчонкам все. Я знаю точно, что они будут скромнее к себе. И я знаю точно, что они будут дружелюбнее по отношению мужик к мужику. Предназначен был твоим. Я до дна
поскакали, потанцевали и послушали музыку. Тем более, что сейчас прозвучит песня, которую я очень люблю. Господи, что это круто. Которую я очень люблю, песню, с которой мы вместе победили телешоу 60-50. Эта песня довольно известного автора, моего друга Криса Келли. И называется она «Усталая». Thank you.
за прицелом, как яркая вспышка. Новая стрижка, ну просто книжка. Видишь, что глаз не спускают мальчишки. Знаешь, малышка, никто не переходил, и чтобы как можно меньше людей, которые будут мешать этому концерту, попадали на стадион. Вот главная проблема, над которой мы каждый день стараемся работать. Как бы вот, какие бы ни возвели границы, мне кажется, что все-таки культура, музыка, поэзия, живопись и просто какие-то человеческие отношения добрые, они не имеют границ, и они не должны иметь границ. Баку был один из гастрольных городов, и любой гастролер всегда считал за честь выступить в Баку, очень требовательная, взыскательная публика. В теперешних условиях очень трудно найти тот верный ключ, тот верный тон, который сегодня будет завлекать зрителей. Культурная жизнь забила в сентябре мощным ключом в городе Баку. Открылось сразу два музыкальных фестиваля. Один из них — первый всесоюзный фестиваль звезды поп-музыки «Баку-91», и второй — фестиваль «Музыкальный сентябрь». Спасибо. А сейчас для вас звучит песня, с помощью которой я победил на конкурсе «Сильянцы». Песня из репертуара «Уитни Хьюстон», «Мы вдвоем». Thank you.
спасибо.
Трамвайчик, трамвайчик по кругу. Снова спутал адреса. Прощаемся с фестивалем Баку и бакинцами. Спасибо им. И пусть такие фестивали станут доброй традицией. До встречи в Уфе, Риге, Ереване, Ташкенте, Тбилиси. Ждем ваших приглашений.